Прикинь, знаешь, это нас хорошо. Я Егор Вера. Я теперь был в баре у Боби на кухне. Я поехал в бар, меня там зал Илья. Илья, это все, кто из Испании прилетел. Не то, что сдалось, я вызвал такси домой, а во время разговора заехал домой, я только думал, почему я не думал, я делаю не так, это в бар. Я вышел в... Сейчас я сам посчитаю, да. Блядь. Ну, давай, я же читала. Вот. Ну, Никита, ответ Настя, она мне пишет просто. Да, я на связи. Возвестил меня просто. Звонит, чтобы услышать, где я, и молчи. Да. Да. Она волнуется, что ты наделаешь дело. И я ей сказала, что Егор испортил настроение тебе и мне. Как и было. Мы с тобой выпили по одному шоту. Парик, посмотри, я разъехал. Май, закрой твою нахуй. Ты поехал в бар, значит, не делай. Я ей сказал. Придерживайся, если стоит информации. Ну. Ей поехал в бар, блядь, на Слегерскую. Слушай, нахер, она говорит, я ей если а я, кстати, такси загонял, потому что этого Егора он приехал, но... Молодец, он на связи. Давай, не перекрыли, знаешь, я тебе... Всё. Успокоила и душа, а зря. Ну, давай, Никит, передай Насте эти... Да, но... И... Ну, вот эта вот фраза. Я ей сказала... Ты поехал в бар на студенцию. Придерживайся, если что, этой информации. А какая на самом деле... У меня она спрашивает, ты куда есть? Я говорю, я домой. Ну, зайду в парк, сейчас, наверное, на студенцию, в бар. Она такая, ты сейчас куда? А, я сказал, ты сейчас, ты куда? Я говорю, я домой еду. Ты не понимаешь? Я говорю, нет. Я говорю, ну в паб зайду сейчас. Хорошо. Ладно, что давай я уже подъезжу на таганку, делаю трубки завтра, вот он на стоянке перекрылся, он мозг будет. Я говорю, ну я вот сейчас в бар зайду и домой спать. Хорошо. И она мне пишет, если что, то ты в баре придерживаешься этой информации. Якобы ты больше дальше, якобы если ты вдруг надумаешь куда-то дальше идти, дальше тусоваться. Лера тупая, она бы так не додумалась. А, не, она типа, я типа Якой. Так это, она тупая, она бы не додумалась. Мразь, да? Закрой свою, я тебе пытаюсь сказать правду, закрой свою пасть, блядь. Она пыталась меня прикрыть. Якобы, ну типа, ты не скажешь, что ты в бар пойдешь? Окей. Я, Настя, скажу, что ты в пабе. Придерживайся этой информации. Если ты вдруг пойдешь куда-то дальше, если ты в пабе, ты же не сказал, что ты в пабе? Придерживайся этой информации. Вот чему ты мне сказала. И я закрой рот свой нахуй. Рот свой закрой. Я не закончил. Я зашел в паб. Спрашиваю. Почему, когда я написала Лера, только один раз не брала в Никитин, что она берет меня не выставила? Если она не брала. Это мне... Почему? Это Настя. А что у тебя, Настя? В каком месте я тебя брала? Настя, я выпил литр водки с Егором. Отъебитесь с места. Нет, объясни мне сейчас. Я должен тебе объяснять? Просто вот логически. Я живу. Логически. Не поебать. Это человек.
мне не врала. Алло. Я так удивляю, а папа не врала. Она берет, мне стоит сказать, что это человек. Это человек. Yeah, that's a good one.
Да.